вами агентство недвижимости DeepCare Minkul, и меня зовут Инна. Сегодня хочу показать вам квартиру-шоурум, дизайнерскую квартиру, которая продается. Вначале хотела бы вам рассказать немного о комплексе. Комплекс у нас состоит из двух блоков, здание 15 этажей. Комплекс в эксплуатацию сдается примерно через 2 месяца. Искан получен, генератор имеется, и на территории также у нас есть бассейн, детская площадка, зеленая ухоженная территория. Далее за территорией получается у нас море, 700 метров от дома, даже с первого этажа есть прекрасный вид на море. Ну что, слишком долго говорить не буду вас томить, давайте побыстрее посмотрим эту красоту, пойдемте. Итак, давайте посмотрим, на полу у нас плитка. Площадь прихожей у нас составила 6,5 квадратных метров. И также установлен вот такой встроенный шкаф при входе. Пятидверный получается, глубокий, вместительный. Вот с таким красивым оттенком, глубоко-серый цвет с зеркальными вставками. Очень красиво, лаконично. Дальше можете посмотреть, как у нас здесь красиво оформили потолки, подсветки, и также вот так аккуратно здесь спрятали газовую трубу. С прихожей получается в правую сторону у нас салон, пойдемте ее смотреть. Гостиная у нас огромная, 34 квадратных метров, она реально большая, просторная. Стены у нас с этой стороны поклеены обоями, а эта сторона и другая у нас побелка. На полу у нас также здесь ламинат, люстры установлены и LED-освещение. Салон очень просторный, уютный, есть радиаторы отопления. И вот такое огромное окно с видом на море. Несмотря на то, что квартира на первом этаже, здесь есть прекрасный вид на море. И море получается от дома буквально 700 метров расстояние. Пойдемте далее смотреть кухню. Кухня у нас 25 квадратных метров. Вот такая красивая белая дверь с стеклянной вставкой. За дверью у нас спрятан радиатор отопления. И здесь у нас открывается кухонная зона. Кухонная зона у нас примерно 5 метров. Ниша для холодильника, микроволновая печь, духовка. Вся техника, вся мебель, все люстры, подсветки, все, что вы видите на видео, все оно входит в стоимость. На кухне у нас множество ящичков, шкафчиков, очень большое количество. Думаю, всем хозяйкам хватит. На большую семью кухня большая, вместительная. Вот такой глубокий ящик, две штуки есть. Далее хочу показать вам, как дизайнеры решили спрятать газовый котел. Смотрите, вот такая ниша у нас, где будет прятаться газовый котел. И также мойка и окно над мойкой. За окном зеленый пейзаж. Посмотрим далее. Далее у нас здесь получается такой стол своеобразный. Утром чай, кофе, завтрак, самое оно. Три пуфика есть и зона ТВ. Зону ТВ здесь дизайнеры выделили вот такими колоннами деревянными. И вот с такой подставочкой под телевизор. Напротив зоны ТВ у нас получается находится вот такой угловой диван. Далее с кухни у нас имеется выход на балкон застекленный. Здесь мы можем разместить стол, стулья, и будет очень уютно, очень приятно здесь обедать.
и не будет ощущения того, что не хватает места на кухне. И за окном у нас большая просторная терраса, которая охвачивает всю квартиру кругом. Далее вид у нас на море и на дорогу. Здесь мы с вами можем видеть с окна БИМ, есть магазин, есть мясная лавка. И вот здесь рядом овощной такой маркет. Пойдемте смотреть далее. С кухни мы с вами переходим в коридор. Коридор у нас квадратура 6,3 квадратных метра. Также на стенах у нас обои, на полу плитка и на потолке споты. Красивые споты. Далее с этой стороны, с правой стороны получается у нас находится первая детская комната. На стене у нас обои с одной стороны и три стены у нас выкрашены в серый цвет. На полу у нас ламинат, установлены радиаторы отопления и еще есть люстра. Далее по коридору у нас с левой стороны получается находится туалет а-ля турка. Квадратура санузла у нас составила 2 квадратных метра. Здесь у нас зеркало, подсветки, мойка, шкафчик и декоративное освещение. И пройдемте далее. Кстати, хочу отметить, что по периметру коридора у нас имеются вот такие подсветки сенсорные. Это очень удобно, когда в доме есть дети, особенно ночью, если дети встают на кухню или в санузел, они автоматически загораются и автоматически выключаются, то есть реагируют на движение. Далее у нас общий санузел. Общий санузел у нас квадратура 5 квадратных метров, и она очень красивая, очень уютная. Посмотрите, как дизайнеры повесили одинаково во всех санузлах. Они повесили вот такие лампы декоративные. Столешница есть под мойкой и вот такие ящички. Далее для хранения установили вот такой шкаф, вместительный, уютный, очень красиво. И также имеется душевая кабина, она у нас просторная. Сами можете видеть, у меня руки до стены не доходят. И, естественно, унитаз, полотенцесушитель за дверью. Смотрим далее. Далее у нас напротив общего санузла получается вторая детская комната. Квадратура комнаты 12 квадратных метров. Также стены покрашены и вот такие две стены декоративные, поклеены обоями. За дверью у нас тоже имеется радиатор отопления, LED-освещение по периметру комнаты и вот такая люстра красивая. С комнаты у нас имеется выход на балкон. Пойдемте балкон посмотрим. Балкон у нас получается технический, 4,5 квадратных метров, и здесь имеются все выводы под кондиционер. За балконом у нас также терраса, просторная, широкая терраса, которая полностью выстелена плиткой. За террасой у нас вид на горы, на пальмы. И отсюда я вижу, есть магазинчик, маркет имеется. И в этом районе также в пешей доступности у нас есть школа, младшая и средняя школа. Пойдемте далее смотреть. Далее переходим с вами в жемчужину этой квартиры, это родительская спальня. Квадратура родительской спальни у нас составила 17,5 квадратных метров, на полу ламинат, стены комбинированные, обои, покраска, LED-освещение и вот такие красивые люстры. В спальне у нас также имеется гардеробная комната, пойдемте смотреть. Гардеробная у нас 5,3 квадратных метра, и здесь вот такие установлены шкафчики, вместительные глубокие шкафчики с ящиками, здесь тоже две штанги, и здесь предусмотрена ниша под стиральную машину, ну, естественно, шкафчик для моющих средств. Пойдемте далее.
Родительский санузел у нас, квадратура 6 квадратных метров, она большая, вместительная. Здесь у нас установлено вот такое большое зеркало с подсветками. Есть вот такие, такой шкафчик с декоративными полочками, открытыми и закрытые полочки. Установлена раковина. И есть вот такое место, столешница, под которой у нас стоит пуфик, и где, который можно использовать как туалетный столик. Мне эта идея очень понравилась. Также имеется душевая кабина, туалет, и за дверью у нас полотенцесушитель. И на этом мы с вами закончили просмотр. Что могу сказать по квартире? Квартира очень уютная, очень красивая, просторная. На большую семью она очень даже подойдет. В квартире практически все сделано со вкусом. Красиво, уютно здесь, приятно находиться. Хозяевам остается купить пару кроватей, диван в салон, ну и посуду, и все. В остальном квартира полностью готова для проживания. Квартира получается у нас дизайнерская, и все друг с другом сочетается. Каждая мелочь учтена, чтобы оно везде все сочеталось. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Если остались вопросы, пишите нам в комментариях. Всем пока-пока!